Все мы сегодня являемся свидетелями формирования новой медиакультуры, в кавычках, в которой опция анонимности криптоканалов в мессенджерах, сообщений, стирает грани ответственности перед обществом, факт подменяется домыслом. Я хочу отметить особо одиозные, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе криптоканалы, которые попадают под пристальное внимание правоохранительных органов, которые уже сегодня, как нас информируют, обладают возможностями определения их авторов. И тем временем, учитывая вот растущий интерес к данному способу получения информации, мы должны будем сегодня иметь предложение, как он будет дальше работать в этом направлении.